Всем привет! Вы на канале Цветочная Фея. Меня зовут Марина, и мы сегодня с вами будем делать такой романтичный букет в коробочке с сердечком из белых роз, бутончиков вот таких вот, и клубнички. Вот такой бутон – это с сайта Клуб Мастеров, а вот это с группы ВКонтакте «Меломания» формы силиконовые. Также нам понадобится вот такая вот зелень с шариками и шпажки. Внутри коробки я вставила флористическую губку. Итак, давайте приступим. Thank you.
Вот такой красивый букет у нас получился, практически свадебный у меня. Пахнет безумно клубникой и розами, так как отдушки я использовала соответствующие. Надеюсь, мое видео вам было полезно. Ставьте лайки, ставьте обязательно комментарии, мне будет приятно. И подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!